Прием, прием, друзья! На связи, как всегда, Шедимен, Леди Леска. Всем привет! И Нубик Кубик. Привет, привет, друзья! Добро пожаловать во вторую часть Колеса Фортуны в Майнкрафте. Только на этот раз вместо испытаний ПВП, оружия и тому подобное у нас будет различные существа. И какие существа нам сегодня попадутся, зависит только от того, в какое деление на самом Колесе Фортуны мы попадем. Надеюсь, то, что нам повезет и нам попадутся не очень злые существа, потому что тут они есть просто абсолютно разные. Так что ты прямо сейчас влепи лайкос под этот видос и давайте попробуем набрать 7777 везучих, счастливых лайков, друзья, чтобы мы сегодня выбрали правильный цвет на этом колесе. И само собой, если ты находишься здесь впервые, то жми на красную кнопку подписаться. Ну что же, так как на сегодня 3 человека, значит сегодня нам попадется 3 каких-то цвета. Ну что же, погнали, кто будет давайте стрелять первый, второй и третий? Первым. Давай первым? Я вторая, хорошо, Нубик стреляет первым, и Леска тогда, ты смотри, будешь второй или третий? Я буду хорошо, стрелять. Я буду третьим. Нубик, я не говори только. А, ну ладно. Нубик выбрал желтый, ну это логично, в это принципе, почему он выбрал желтый? Цвет. Так, ну что же, так, в таком случае пойдемте. Так, зачем я тогда лук вообще брал? Я чуть не понял. Леска? Так, пойдемте так, тогда пойдемте смотреть, что у нас в желтом цвете. Ура, так, Нубик, я ты тогда, если открою, выбрал этот цвет, ты да, тогда должен будешь и открыть так этот контейнер. Раз, так, Леска, ты что вещь не положил, я не понял. А, я думала сразу. Давай беги, что ты? Ладно, давай. Дед, беги в смысле, быстрее. Ты что? Подождите меня, подождите только. Полетела, короче, со всей скорости. Все, Нубик, давай. Забыла, какое же существо сегодня попадется Нубику? Раз, два, три. Сиреноголовый, прикиньте. Вы что, серьезно? Так, давайте теперь. Так, а что у нас будет в этом испытании? Так, эй, тут нас кто-нибудь слышит вообще, нет? Внимание! В этом испытании вы переместитесь в лес, в котором обитает сиреноголовый. Вам нужно будет раздобыть оружие, как в обычном выживании, и победить его. Вот и вся ваша задача. А, ну, это легко, наверное. Хотя, знаете, с обычным оружием против сиреноголового будет легко. Я боюсь сиреноголового, это мой самый главный страх. Я тоже. Давайте, я тоже не очень его люблю. Пойдемте, ладно, давайте, ребят, заходите туда. Нубик, пошел. Давай, ты первый был, я тоже. Да, Леска, мы переместились на эту локацию. Я ожидал чего-то большего. Так, ребят, в смысле большего? Что ты чего ожидал, я чуть не понял? Ночь будет такая, да, страшная. Ночь, ну так радуйся, то, что не ночь. Ты чего, так, серьезно, что ли? Хорошо, что не ночь. Так, ребята, так, голос сказал то, что у нас будет выживание. Так что давайте выживать, что ли? Нам нужно скрафтить оружие, давай, и тому давай, подобное, давай, судя по всему. Давай, Шеди, ты сделай верстак, чтобы верстак не тратить один, доски. Давайте, да. Да, давайте тогда еще, знаете что, выберем место, в котором у нас будет, так скажем, домик. А вот там какое-то, вот, например, есть место, как скала, что ли, смотри, там вот. А вижу, да, я тоже его, кстати, только что рассмотрел. А вы видите сиреноголового или нет? Я вот я его слышу, нет, но при этом не вижу почему-то. Чего это как-то я странно, а где он притаился-то? Звуки сиреноголового. А вон, я его вижу, ребята, он среди деревьев так, и вправду ходит. Вон он, вон он! Мечи, да? Ребята, внутрь, в пещеру заходите. Так, я крафчу верстак тогда, да? Вы сказали, чтобы мне крафтить. Да, давай. Нубик, вон он. Вижу, вижу его. Леска, сюда, заходи скорее. Ребят, заходите. О, слушай, так, поставил верстак. Может быть, мы тут какие-то. О, делаем палочки, делаем деревянную кирку. Так, все, ребят, давайте. Я столько дерева сделал. Молодец, Нубик. Сделай тогда еще, наверное, на всякий случай. Короче, делайте себе инструменты. Вот, я сейчас тогда займусь еще, наверное, факелами, печками и тому подобное. На самом деле, мы можем с вами сделать и, в принципе, каменные мечи. И пойти атаковать сиреноголового. Да, но давайте, мы можем с вами сделать и, в принципе, железные попробовать. Кирку. Так, давайте, а где уголь? Я что-то не помню. Так, ой, не вижу. Сначала каменный хотя бы сделаю. А, вот он. Уголь в полу, в полу. А железо полно. Сейчас, ребят, факела сделаю. Я сделаю каменный. С железа тут повсюду. Тут так, же повсюду железо. Все, наконец-то свет. Сплавим. Так, ставлю везде свет. Смотрите, кто-то один добывайте булыжник сейчас. Я добываю железо. Вот, да, булыжник нужен для того, чтобы скрафтить как можно больше печек, и чтобы нам как хорошо можно скорее переплавить, давай, все ресурсы. Скорее переплавить вот все, всю да еду. Добываю, добываю. Смотрите, булыжник, один сет железной брони, получается 8 плюс 7, 15, 15 плюс 5, 20, 20 плюс 4, 24 а железа. Знаете, да еще и умножить на 3, звуки, это получается 72, да, по-моему, если я не ошибаюсь. Быстрее, а вы знали, что означают звуки сиреноголового? Что? Нет, сирены какие-то просто. Вот, например... Если у него есть два звука, сирена, если, наверное, они длинно тянутся, это а, значит, я помню, ты говорил если уже. Если они длинно
пространство, это значит, что он далеко. А если они прям... Так, где там такие, у нас печка? Это предупреждение, значит, он вас видит. Хорошо, хорошо. Я сейчас копал, что? Мне 21 выпало. 20... А у меня, кстати, 21 он железо, только что посмотрел, у меня 21 тоже. Капец. А, мне так, уголь, это кто добыл, кладите в печки. Печки крафтите все, не стойте на месте только. Крафчу, побольше крафчу, печек, ребят, смотрите. Крафчу. Что, Нубик, я слышу тебя, да, я понял уже. Так, я вот так кладу, смотрите, добываю, получается, булыжника побольше. Что? Вот, стой, что? Я две печки. Так, две печки, я сейчас тоже печку сделаю. Так, смотрите, я думаю, то, что мы с вами слишком долго здесь на сиреноголовом сидеть не будем, я предлагаю сделать просто железные мечи, сделать железные нагрудники и уже идти, потому что если мы будем делать фулл сет, это будет, ну, очень долго. Слушай, а железа у тебя сколько, хватает нам, нет? Железа я 21 скрафтил, то есть 8 на 3, 24 получается, это у нас 3, о, 4 нагрудника целых. Так, а сейчас мы это сюда распределим, потом 5 железа. Сейчас я еще уголечко много, сейчас добуду. Кстати. Так, это сюда. Давай. Так, здесь у нас тоже много железа. Можно вот сюда подкинуть. Все, ребят, процесс пошел. Процесс супер ускоренный у нас пошел. Так, все плавится, плавится. Так, постой, в этой печке ничего нет. Где у нас много железа? А, в принципе, ну давай вот так сделаем. Все, вот так положим. Так, что еще? Что еще? Что еще? На всякий случай я чуть-чуть подобываю булыжника. И если нам нужно будет строиться, например, огораживаться от сиреноголового, либо еще что-то делать. Я железо еще немножечко, наверное, добуду. Так, все готово. И хорошие ресурсы. Слушай, хорошие ресурсы, прям все, что надо, да? Нам да. Как-то повезло. Так, смотрите, вот, железо еще доплавляется. Так, так, во-первых, я тогда на всех делаю сразу железные мечи, 3 штуки. Так, несу железо на переплавку. Так, Нубик, держи, Леска, держи тебе сюда. Спасибо. Меч. Спасибо. Так, Леска, давай распределяй тоже потихоньку. Так. Сколько у нас получается? 13 спасибо, железа. У меня уже тут плюс 2. Давай так, кто-нибудь это, получается, один будет крафтить, а то мы сейчас продублируем что-нибудь. У меня что? Мечи всех комплектов. Всех комплектов, что ли? Даже золотой алмазный есть, что ли? Нет. Так, стойте, а что-то... Вот слушайте, а для нагрудников нет. Нам надо прям побольше. Сейчас я еще тут железку собираю, пока поодиночке плавится. Смотрите, тут много, ребят, с правой стороны много железа. Смотрите, нам не хватает еще 5. Смотрите, а нет, 4 не хватает, 3 не хватает. Так, 2, 1. Все, одно плавится и все готово. Одно плавится, и все готово. Так. Все, а, готово. Ну ладно. Так, слушай, я же правильно у нас да, будет считал? Полностью броня и ура, так ничего не нет, у нас нет. Будут только нагрудники. Нагрудники. Нам, получается, тогда ура! Надо было бы 72 куска железа. Ну все, ребят, погнали. Жалко, погнали расправляться с сиреноголовым. Погнали. Пойдемте. Слушайте, ну если золотой... что, могу, о, он в воде! Он как раз в воде, прикиньте. О, погнали, давай. Не давайте ему просто выйти из воды, у нас все получится с вами. Так я сейчас с другой стороны подбегу. Я противоположной стороны. Леска, давай, ты на меня, я на тебя сиреноголового. Давай туда-сюда, короче. Ребят, вы где там? Давай, о, все, давай, Нубик, туда-сюда, в треугольнике просто перекидывайте его. Так, на меня, пасуй, так, пасуй, давай, сюда пас, его, давайте, быстрее. Это волейбол. Реальный волейбол, пинг-понг какой-то. Что-то ударить не могу по ногам. Так, сюда, иди. Так, есть, давай. достаем, отличненько. Так, ой, что он как за спину зашел? Так, вы тоже будьте аккуратнее, как... Его. О, все, давайте, вместе забиваем. Забиваем, много ударов наносим. Да. Куда он побежал? Бегает, он прячется, что ли? О, нет, слышно, дерется, ребята. Сгори, давай столкнем. Так, его. Неплохо дерется прям на самом деле. Так. Сгори в воду, чтобы он... О, есть, получилось. Так, что это такое? Можно? Так, выпало уровень... Что-то? Пройден. Я, честно говоря, даже и не заметил. Мне настолько кажется, быстро было. Быстро, мы да, хорошо подготовились. Я думала, это намного сложнее. Давайте будет. Теперь я буду стрелять. Это было хочу. Круто, это было интересно очень. Леска, так, пойдем. Итак, я друзья, у нас выстрел номер 2. Что выберет Леска? Какой знаю, цвет куда? И какой давай, мутант цвет. Нам попадется на этот раз? Я так, Леска, что она цвет. Выберет? Так, какой она, интересно, цвет пойдет? Зеленый. Зеленый. Друзья, зеленый салатовый. Так, пойдемте положу. В салатовую так, эту штуку. Очень интересно. Слушайте, я боюсь. Так, Леска, давай, открывай, момент истины. Кто Леска попадется, будет... как думаете? А ты положила стрелы? Да, я положила. Так, кто может попасться? Слушай, так. Я не знаю. Давай, я не знаю. Давай. Так, давайте, открывайте. Картун Кэт, ничего себе. Не так, эй, а что в этом испытании будет? Прямо сейчас вы перенесете за кулисье. Это практически то же самое, то, что сиреноголовым, только вместо крафта вы будете просто искать сундуки. И если завалите потом кота, то уровень пройден. О, вот это мне нравится. Только знаете, вот эта беготня в закулисье, я ее не люблю. Так, ну что, Леска, ты первая заходишь. Ой, мамочки, ладно. Какой он страшный вообще. Так, ребята, я с вами. Так, ну что делаем, разъединяемся, что ли, или вместе? Разбредаемся, мне кажется. Так, давайте только, когда мы все найдем оружие какое-то, мы вместе пойдем на Cartoon Cat, не давай, по отдельности. Давай, то, чтобы, это будет чтобы... так же быстро? Вы понимаете то, что понимаю. Он... Я уже нашел. Я так понимаю?
знаю, что из картонки это выпадет. Ой, я что-то нашла. Ребята, он прям здесь выбежал. Слушайте, я прям чувствовал то, что он на меня выбежит. Ребят, Нубик, беги лучше в другую сторону. Резко он за мной бежит. Ребята, аптеки возьми. Оставьте пока, ребят, ищите сундуки, забейте пока. Вот тут еще сундук какой-то. Так, идите сюда. Алмазный нагрудник, Нубик, бери, я пойду лески отнесу. А вот леска на. Держи. Так, давайте, я пошел дальше. Если я что-то найду, я вам передам. Все, понимаю. Оружие, в поиске оружия. Самурайский меч нашел. Я взял самурайские мечи всем. Леска, иди сюда. Подожди. Я нашел оружие. Много? Куда ты про... А, вот теперь ты. Теперь у меня есть оружие, я могу Леска, возьми. Я уже заблудилась. Так, ребят, возьмите, пока вы здесь все вместе. Можно так. Можно О, спасибо. Я всем Слушай, дам. Интересно, а будут какие-нибудь... Смотри, Леска какой маленький. Пушки там, колотушки. О. Да, тебя прикольно. Паутину нашел. А что мы... А, ну можно будет потом кота просто в паутину поймать и все получается. Тогда заманить и все. Если мы сможем. Да. А, сможем, пока нет. Да, если нет. А, кто нашел... Ребята, что такое? Что там все? Вы что-то все находите, я не успеваю даже. Я нашел какой-то сапог, на нем написано то, что мы не будем получать урон от падения, еще можно по стенам бегать, смотрите. А, видали? Да. Смотрите, что я перемещаюсь как. А, Нубик, вот а ты на стенку запрыгни. Запрыгни. А еще можно дабл джамп делать, короче, два раза, прикинь. Смотрите. О, Нубик. Так смешно, что? Нубик, у тебя Я вообще... видел, Нубик. У кого нет оружия? У меня только сабля. Что такое? Нубик, у тебя есть оружие? У меня есть оружие, да. Тогда я даю оружие Леске, и мы идем с вами валить картон Кэта. Пойдем. Давайте. Так, Леска, смотри, опачки сюда. Так, на, держи. Держи, все, ребят, пойдемте искать его. Пойдемте его искать. Я вам не дала. Аптечки. О, давай аптечку, кстати, реально все. Лубик, смотри, тут вообще просто бомбическая штука какая-то, серфим прям по стенам. Так, забираю аптечку. Все, ребят, погнали. По две хотя бы. Так. Аптечка. Ну че, где он тут есть-то вообще? Куда он пропал-то? Сейчас, Нубик. Так, не разъединяемся, не разъединяемся. Я иду. Так, Нубик, опа, я здесь, все, пойдемте. А чё, где так, опачки по стенам, серфим просто. Так, где он? А я его, мы его видели. Мы его видели. Так, что у нас здесь? Нубик, смотри, вот так берешь и просто по стене вот так. О, вот он! Ребят, вот он передо мной. Так, давайте. Ну-ка, Нубик, чуть-чуть назад. Хорошо. Все. Так, я пока отстала. Все, в паутину его, в паутину. А, вижу смотрите, вас, смотрите, ребят, он в паутине застрял. Помогай, иду, сейчас. Идеально, ребят, пока что время есть, да давайте, он в паутине прям застрял сейчас. Слушайте, ребят, реально закулисье, Нубик, получается, меня просто куда-то перекидывает. А ты где резко? А, ты здесь? А где ты? Да вот иду, я не заблудилась, меня куда-то... Ай, Нубик, беги, будь аккуратен только. А вот ты где, отбегаешь сейчас другой. Я его в паутину впутываю. Пускай он на меня, ребят, спрячься за стенки, пускай он на меня бежит. Так, я поняла, я за стену отхожу. Я куда-то его откинул, не знаю к кому, короче, смотрите, у кого он там. Шеди, он здесь у нас. Так, сейчас я пока зажимаю. Понял, о, давайте в угол его. В угол, так, мы тоже зажимаем. Давай. Нубик, это где? Сильнее, мне кажется, сиреноголового, да? Я в паутине застрял. Да. Он намного... Нубик, иди к нам, помоги нам. Ноги дергают, сейчас отлетит, так. Он очень быстрый. Ребят, лучше к нему не подходите. Хорошо. Вы когда к нему подходите, он какой-то прыжок просто адский делает и все. Да. Очень быстро оттуда выбирается как-то. Есть, получилось. Листочек, что там за листочек? Листочек. Что там? Читаю. Уровень пройден, ура! Есть, отлично, друзья. Слушайте, это очень крутое колесо фортуны. Так, ну что, погнали. Получается, сейчас будет уже мой черед. Мы снова на арене. Ну все, погнали, мой черед. Мой черед. Теперь Шерри, что? Ты сейчас какой цвет выберешь? Как вы думаете, а кто попадется еще? Я выберу такой цвет, о котором вот, ну... Не знаю, все подумали бы то, что я выбрал какой-то другой, но я выбрал, короче, возьму и выберу вот этот цвет. Все. Я вначале хотела. А почему его. Бы и нет? Почему бы и нет? Розовая такая, знаете, такой цвет, типа нежный, там, может быть, там это что-то такое будет непонятное. А вдруг там что-то красивое и нежное будет. Давай, точно. Ну что ж, давайте. А давай, если выпадет красивое и нежное, я это обниму. Давай так, если выпадет что-то красивее тебя, то это, то что? Тогда я не знаю. Я его обниму. Давай. Хорошо. Раз, два, три. Ой, не обнимаю, это точно красивее тебя. Слушай, это жесть вообще. Ладно, я шучу, конечно, это кошмар. Боже, бабка Грин, ребят. Мы сейчас опять... Мы сейчас что, в дом, что ли, этот попадем или что? Ладно, я тогда... Что нам надо делать? В таком случае, это мой контейнер, значит, я иду первый. Так. Но ребят, мы реально в доме! Это кошмар какой-то! Опять эта комната, как в игре, слушай. О, нет! Ух ты! Обыскивайте в таком случае все. Так, что это, булыжник? Ребят, булыжник. Я нашел булыжник. Ребят, собирайте все, вот просто то, что все у вас будет, собирайте, ладно? Так, я пока больше ничего не вижу. Ой. Так, зеркало. И оглядывайтесь, ладно? Потому что бабка Гренни, она может быть повсюду Шерри, просто. Я нашел тайную какую-то комнату.
Тайную комнату? Что там в этой тайной комнате? Смотри, иди сюда, идем, пожалуйста. Сейчас. Так, ребят, я еще... Смотри, что это? Это не тайная комната, это первый этаж, это спуск вниз. О! Я с тобой тогда. Так, я нашла еще одну комнату. Убегай, кухню. Тут шкафов очень много. Смотрите, тут ничего нет. Так, ребят... палку нашел. Для чего нам булыжник и палка? Что мы будем делать? Рычаг, что ли, какой-то? Крафтить что-то может быть. Так, пока бабки нет, это большой плюс, конечно. Я так боюсь, реально. А смотри, вот тут, наверное, рычаг должен быть, тут комната. Уголь. Кусок угля нашел. А, отсюда, ребят, я понял. Нам нужно скрафтить, видимо, кнопку. Я нашел опять булыжник. Булыжник? Или кнопку? А стойте, а здесь камень просто стоит. Она там стоит! Где? Вижу, она реально стоит. Она вот там теперь действительно. Так, ладно. Она нас пока... Ой, еще булыжник. Я пока не... Она пока нас не заметила. Мы второй этаж полностью обыскали? Да, ребята, под лестницей комната, это что? Что это такое? Под лестницей? Я там булыжник нашел. О, этот уголь. А, все поняла. Так, полки, шкафы. А в этой комнате я был, кстати. Да, я в этой комнате был. А все, получается... по-моему, вообще ничего нет. Что у нас еще из комнаты есть? Еще есть что-нибудь? Что она там стоит? Так... А, мы тут были. Я боюсь. Ребята, она меня не видит, походу. У нее просто зрение не очень хорошее. Я прямо у нее за спиной там почти стою, а она меня не видит. Смотри, какая у нее бита большая. Палка. А вы были, да, где тут телевизор чё большой? Вообще, зачем мне эти палки? Она меня реально не видит, что ли? Эй, бабуся! Не проверяй, Шэдди, лучше не проверяй. Я побегу, с другой стороны бегу. Слушай, а я просто как... вокруг нее обошел и все. Ой. Эй, бабуся. Что происходит? О, нет, бабуся здесь, ребята, не надо. Так, ладно, куда, хорошо. Слушайте, погодите, стойте. Тут все нет, обыскали. Я не, прикиньте, я не помню, как крафтится рычаг, короче, боже. Что за... А нет, а вот, все правильно. Ребят, стойте, так все. Рычаг-то у меня есть. Подожди. Я понял. Знаете что? Давайте. Вы что-то еще нашли? Я нашел один булыжник. Так, смотри, вот, Лубик, у нас есть, больше. Получается, столько... У нас есть три булыжника, есть две палки. Мы должны были скрафтить кирку, сломать камень, камень переплавить и сделать кнопку. Но так как я догадался сделать быстрее рычаг, то мы с вами выходим через рычаг. Так что я открываю дверь, Лубик, Леска, мы сваливаем. Ребят, я открываю. Раз, два, три. Все, выходим, Леска, ты где? Леска, мы, короче, выход отставили открытым, мы быстрее выходим. Лубик, валим! Выходим, Леска. Где она есть-то вообще? Хорошо, я вижу, Леска, Лубика, я бегу бежит. За тобой. Лубик, я бегу, подождите. Беги. Все, давайте сюда, заходите скорее, Леска, давайте, пойдемте быстрее. Я только дверь выходим, не закрыла, выходим отсюда. Так, есть, все, отлично. Слушайте, мы справились с вами, я думаю, даже не так, как нужно было, а мы справились намного быстрее. Слушайте, но получается, сиреноголовый, Cartoon Cat и бабка Гренни. Мне кажется, это прям приличный очень круто сегодня получилось. Наборчик, да? В общем, друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, какой из трех этих персонажей, который нам сегодня попался, самый страшный, либо же самый-самый сильный? Ну, а на связи был Шэддимэн, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.